сериозно. Как започва? Здравейте, приятели! Привет, друзья! Дойдох на този семинар. Я пришла здесь на это обучение. С много очаквания. С очень сильные ожидания. Тъй като семинара беше за изцеление. Потому что я знал, что здесь будет обучение и исцеление. Аз не знаех за него, но една моя приятелка и сестра в Господа ме благослови. Я не знал, что это семинар будет, и моя подруга благослови меня финансово, чтобы я смог прийти. И каза, ела, тук е лавина от чудеса. И она сказала, иди туда, потому что здесь просто такое огромное количество чудес. Аз искам да бъдеш изцелена. Я хочу, чтобы ты была исцелена. И така аз дойдох. И так я пришла здесь. Няколко диагнози. У меня были несколько диагнозов. Имам 4 възела на щитовидната жлеза. У меня были 4 узли на щитовидке. Вследствие от това аз чувствах възпаление на мускули, на кости. И за это у меня были възпалённые кости. Освен това, през април ме диагностицираха. Отдельно април месяц этот год поставили врачи другой диагноз. С рак на млечната жлеза. Рак, как это, ну жлеза это? Ну, понял, на груди. На груди. Рак груди. Рак груди, да. Да. Понеже Бог ни е създал с емоции, с чувства. Господь нас создал с чувствами, с емоции. Първия момент дойде един страх в мен. Първия момент пришел такой страх внутри меня. Но казах, аз няма да се предам. И аз казал, аз я не буду сдаваться. Аз съм дете на Бога. Я дитя живого Бога. Нищо не става случайно. Ничего здесь не происходит просто так. Диагнозата ми я поставиха в Лондон. Диагноз поставили мне в Англии, в городе Лондон. Да, аз отидох там да помагам на дъщеря ми. Я била там помочь моя дочь. Всички ми казваха, ще бъде много трудно. И все мне говорили, это будет слишком трудно. Но аз бях убедена, че трябва да отида там. Я была полностью убеждена, что мне я надо идти туда. И когато отидох, беше много стресиращо. И когда я была в Англии, это был очень сильный большой стрес. Но и тогава аз получих това възпаление. И тогда я получил еще възпаление. И така. И так. Ще има монтаж, нали? Да, ще има. Можеш направо да кажеш какво се случи като дойде тук. Да, само момент. И искам да ви кажа, скъпи приятели. И сейчас я хочу сказать вам, дорогие друзья. И да ви насърча. Чтобы вы были ободрены. Ако Бог иска нещо да извадите от себе си. Если Господь хочет, чтобы вы забрали что-то от вас и оставили это. И ако вие не му се покорите. Если вы не покорите с Господу, подчинитесь. Той ще ви изпрати на 3000 километров. То тогда Он может выслать вас на 3000 километров. Но ще го направи. Но несравненно на это Он сделает то, что надо. Така го направи и с мен. И с меня тоже происходило в тот же самый путь. И Святия Дух ми каза. И Дух Святой сказал мне. Искам да умреш за този свет. Я хочу, чтобы ты умерла полностью для этого мира. И да живееш само за Исус. Чтоб ты жила только для Исуса. И нека твой фокус бъде само Исус. И нека твой фокус был и твоя концентрация была только на Исус. И когато дойдох на семинар. И когда я пришла здесь на семинар. В лицето на Исус аз видях Максим. И я видела Христос, я увидела Христос, разпознала Христос в Максима. Тъй като съм ходила по много конференции. Потому что я была по всему на много конференции. И имала съм нужда някой да се помоли за мен. У меня была такая, необходимо, чтобы кто-то молился для меня. Но това, което Максим правеше. Но то, что Максим сделал. И това, което Господь сделал через Дух Максим. Каза за него. И то, что Господь, Святой Дух показал мне для него. Той прави точно така, както Исус го правеше. Потом он, то, что Максим делает, то, что как Иисус Христос Господь делал это. Вървеше между толпата. Он шел между людей. Вървеше между хората. Между людей.
и питаше всеки ден как се чувстваше. И спрашивал каждого как он чувствует се. Спрашивал, молил се за тях, и хората се изцеляват. И люди изцелялись. Това го видях с очите. То, что я видел своими глаза. Благодаря на Бог, че ме изпратил на тази конференция. Я благодарю Господь, что мне поставил здесь быть на этой конференции. Ничто не беше случайно. Ничего не было просто так. Знам, че корена на рака. Я знаю, че корен болезнь. Изсъхнал. Уже засох. Както Исус заповяда на смокинята. Как Исус приказал смоковницу. Сега аз нямам болки в кости и мускули. И сейчас у меня уже нету боли нигде в мышце, в костей, кости. Дявол се опитва. Дявол иногда да питается. С малки симптоми. Симптомами появляется. Но аз му казвам, дяволе, но я уже сражаюсь и говорю. Ти беше до тук, няма да дявол, ти позволя да се я больше тебе не позволю. Тронет моего тела. Я исцелена. 2000 години. Тысячи, там на кръста. 2000 лет назад. Франами Иисуса. Така че исцелението поэтому не принадлежи. Исцеление принадлежит мне. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу.